Ты должна решить все задания. Если ты не решишь задания, я тебя накажу. Ставь лайк и жми на красную кнопку. Это был замечательный день. Я сидела дома и делала то, что обычно делают на каникулах. Играла на планшете. Я поиграла в Гренни, потом в Слендерину, а потом в Балди. Но играть в Балди мне не очень понравилось. Там нужно считать, а я на математику никак не была настроена. Каникулы все-таки. И это был по-настоящему чудесный день. Пока не пришла мама. Доча, я тут подумала. Чувствую, сейчас мой день будет испорчен. Да, мам. Мне кажется, что ты очень много играешь. Надо бы и поучиться немного. Так каникулы же, зачем учиться? Ну и что, что каникулы? Тебе, между прочим, первый класс скоро идти. А ты и считать толком-то не умеешь. В общем, я тут тебе подготовила парочку заданий. Ты должна здесь все порешать. Парочку? Да тут целая тонна всяких учебников и тетрадок. И все по математике. Я уверена, у тебя все получится. Так что приступай. Математика – это очень важно. А я пока схожу по делам. А когда я вернусь, я все проверю. Ага, сейчас. Вот сейчас прям сяду и буду учить математику. Делать мне больше нечего. Цифры, плюсы, минусы. Поделить, умножить. Как же это все скучно. И вообще, ненавижу математику. Не буду ничего делать. Кто вообще придумал эту математику? Кому она нужна? Я учитель математики. Я очень люблю математику. Ну и люби себе на здоровье эту математику. Я тут при чем? И вообще, я сейчас возьму тебя и выключу. Ты должна решить все задания, иначе я тебя накажу. Ой, как страшно! Ты вообще-то в планшете. А я вообще могу взять и выключить планшет. Вот так, учитель Балди. Ух, привязался! Ты должна решить все задания. Если ты не решишь задания, я тебя накажу. Приставучий какой со своей математикой. Ты должна решить задание. 8 + 3. 11 будет. Правильно. 15 - 6. Вообще легкотня. 9 будет. Правильно. Теперь этот пример. Эти примеры же не решаются. Что же делать? Ха! Вот так вот тебе. Получай, любитель математики. Ты не решила пример. Я должен тебя наказать. Я должен тебя наказать. Ты не решила пример. Ты должна решить все задания. Не решила пример. Ну что, учитель математики, такого ты точно не ожидал. Ты не решила задание. Я должен тебя наказать. Я должен тебя наказать. Ты не решила задание.
ты не решила задание. Ты должна решить все задания. Я тебя накажу. Ты должна решить все задания. Я учитель математики. Я очень люблю математику. Ты не решила задание. Ты не решила задание. Я тебя накажу. Ты должна решить все задания. Ты должна решить все задания. Иначе я тебя накажу. Фух, приснилось. Ну и сон. А Балди был вообще как настоящий. Математику я теперь еще больше не люблю. Все, я все поняла. Я очень-очень люблю математику, честно. Я приглашаю тебя в свою настоящую школу. Посмотрим, сможешь ли ты решить все мои задания. Настоящую школу? Это что, в игру, что ли? Ну, девочка Маша, поиграем. И жми на красную кнопку. Может решить. Ну вот, 8 плюс 7. Что тут сложного, 15 будет? Неужели Балди ничего посложнее не может придумать? Так, и вот и 7-я, последняя тетрадь. Что у нас тут за примерчики? Ага. Ну вот, проще простого. Да, Балди уже не тот. И математика у него какая-то скучная. Нет, не буду больше в Балди играть. Неинтересно. Удаляю. Это же Балди. Прикольно. Приветствую тебя, девочка. Маша. Не понял. Маша, говорю, меня зовут Маша. Ладно, приветствую тебя, девочка Маша. Ну или можно Мэрика. Что Мэрика? Ну можешь меня Мэрикой называть, если хочешь. Меня так все друзья зовут. Хорошо, приветствую тебя, Мэрика. Хотя нет, мы с тобой еще не друзья. Так что да, называй меня лучше Машей. Хотя, может, мы и подружимся когда-нибудь. Так что да, можешь называть меня Мэрикой. Хотя нет, лучше давай Машей. Мэрика — это все-таки для самых близких друзей. Какие все нервные, прям им слова не скажи. Ладно, проехали. Ну что, профессор Балди, чего пожаловал? Мне показалось, или ты сказала, что математика – это скучно? Нет, тебе не показалось, я так и сказала. Нет, я, конечно, не говорю, что вся математика скучная. Но твои эти задания у тебя в игре, они вообще для кого? Для вот таких вот деток, что ли? Я вот, например, даже еще в школу не хожу, а решаю их просто вот так.
Как семечки, два счета. По-моему, ты не права. У меня сложные задания. Не у всех получается собрать все 7 тетрадей. Ну, не знаю, Балди, не знаю. Я вот, например, собирала все тетради и не раз. Эх, Балди, отстал ты от жизни. Дети сейчас знаешь, какие умные пошли. Тебе даже не снилось. Ладно, тогда, может, еще раз играешь? Не, не хочу, скучно. Тем более я вообще уже игру удалила. Так что давай, Балди, иди назад в свою игру. Боишься? Кто я? Да чего мне бояться? Говорю же, игру удалила. А если я тебя позову к себе? Куда это? В телевизор, что ли? Балди, извини меня, конечно, но в телевизор я не полезу. Я приглашаю тебя в свою настоящую школу. Посмотрим, сможешь ли ты решить все мои задания. В настоящую школу? Это что, в игру, что ли? Балди, по-моему, ты перезанимался. Как я попаду к тебе в игру? Я помогу тебе. Вот дверь. Она приведет тебя прямо ко мне в игру. Или ты боишься? Я боюсь? Да чего мне бояться? В игру так в игру. Ну, девочка Маша, поиграем. Балди. Ну, Балди, дальше что делать? У меня есть 7 тетрадей. В каждой тетради будет по 3 задания. Ты должна их решить. Ну да, в общем, все как обычно. И все так же скучно. Если ты не решишь все задания, ты проиграешь. А если ты проиграешь, ты навсегда останешься у меня в игре. Лысый, мы вообще-то так не договаривались. Нельзя менять правила во время игры. Моя игра. Хочу и меняю. Ну что, ты готова? Да готова, я готова. Давай уже свои задания. О, прикольно. Итак, первая тетрадь. 12 + 12. Ой, как сложно. 24. 18 + 5. 23. 6 умножить на 7. Балди, ты что решил? Если я в школу не хожу, то я умножать не умею. Я уже, между прочим, в школе целый год готовлюсь. 42 здесь будет. Ладно, тебе просто повезло. Дальше будет сложнее. Ага, конечно. 23 + 65. 88. 121 - 35. 86. 35 + 241. 276. Ладно, я тебя просто жалел. Осталась самая последняя, самая сложная, 7-я тетрадь. А ну, профессор Балди, удиви меня. 256 - 48. Какой сложный тебе, сколько же здесь будет? Сколько же? 208 здесь будет. 151 + 67. 218. А теперь последний пример. Если к этому добавить это, то получится вот это. Что? Нет, этот пример не так решается. Это неправильный ответ.
По-моему, все правильно. Хочешь, можешь пересчитать. Но никто не может решить это. Никто. Балди, умей проигрывать достойно. Все честно, я собрала все тетради. А ты проиграл. Тебе, Балди, еще учиться и учиться. А я, наверное, домой пойду. Не буду тебе мешать учить математику, профессор Балди. Меня, профессора математики, обыграла маленькая девочка, которая еще даже в школу не ходит. Какая интересная шкатулочка. И что там у нас внутри? Ой. Ставь лайк и жми на красную кнопку. Эта игра Балди такая легкая. Да, класс, молодец. Прошла такая легкотня. Здорово, Даша, здорово. А ты там во что играешь? Я уже не играю, я просто в Ютубе сижу. А чего не играешь? Что, боишься проиграть? Чего это я боюсь? Мне просто надоело играть в игры. Ага, так я и поверила. Наверное, даже в Балди постоянно проигрываешь. Вот и не играешь ни во что. Ну чего ты пристал? Не хочу и не играю. Отстань. Ну-ну, я все поняла. А это еще кто? Я никого не жду. Даш, может это ты кого-то пригласила? Я? Я у вас в городе никого не знаю. Кого я могу пригласить? Ладно, пойду гляну. Глупая игра в Балди. Все настроение испортила. Смотри, что там было. Шкатулка? А кто ее принес? Не знаю, когда я открыла, там никого не было, только шкатулка. Клево! Даш, ну что тут клевого? Как что? Нам подбросили шкатулку. Это все так загадочно. Интересно, что там внутри? Давай, открывай. Ага, сейчас. А вот ты знаешь, что там внутри? Нет, вот и я не знаю. А вдруг там вообще что-то опасное? Ну что может быть опасного в шкатулке? Может, там вообще сокровища какие-то? Ну да. Нам подкинули шкатулку с сокровищами. Ты вообще в это сама веришь? Ну ладно, может там и не сокровища. Но все равно интересно, что там. Давай, открывай. Понимаешь, Даша, в отличие от некоторых, я сначала думаю, а потом делаю. Да что там думать, открывать надо. Ну да, ты же у нас самая умная. Ничего не трогай. Конечно, конечно. Какая интересная шкатулочка.
И что там у нас внутри? Только одним глазком взглянул и все. Никогда не смогу понять эту Дашу. Ну и ладно, хоть мешать не будет. И что это за шкатулка такая? И кто ее подбросил? Ну что, пошевелился? Хотя нет, как планшет может пошевелиться? Ну, наконец-то! Сколько можно ждать? Или ты думаешь, что шевелить планшетом легко? Даша, ты как туда попала? Как-как? Это все твоя шкатулка виновата! А при чем здесь шкатулка? А при том, когда я ее открыла, она меня сюда засосала. Ты что, открывала шкатулку? Я же тебе говорила, не трогай ее. Мне просто было интересно, что там внутри, что там такого. Ничего тут такого, просто ты теперь сидишь в планшете, вот и все. Значит, там и сиди. Сиди, сиди, может, поумнеешь. Мэрика, Мэрика, не бросай меня здесь, мне страшно. Ты не можешь так со мной поступить. Мы же родня. Мы же с тобой сестры. Ну и куда тебя там затянуло? Кстати, очень похоже на школу Балди. Ну да, вроде похоже на школу Балди. Но значит ничего страшного. Делай все как в игре. Ищи тетради, решай примеры, и тогда домой вернешься. А если нет? Ну, не знаю. Тут и сиди, у меня все равно нет. В общем, ты иди пока решай, а я пойду чай попью. Нет, стой! Ну, какой чай? Ты понимаешь, я это... не очень математику люблю. Да и считаю я не очень. Как это? Ты же только что играла в игру Балди и говорила, что это так все легко. Ты что, соврала? Ну, почему соврала? Просто приукрасила чуть-чуть. Ладно, иди ищи тетрадь, буду тебе помогать. Ага. Давай, заходи в этот класс. Хорошо. Ну что, там есть тетрадка? Нет, здесь пусто, никакой тетради. Ладно, иди дальше. Теперь в этот заходи. И здесь ничего. Странно. Может, ты плохо смотришь? Да нормально я смотрю. Ой! Даш, ты хоть под ноги смотри. Я не могу и тетрадь искать, и под ноги смотреть. И я что-то нашла. Смотри, шкатулка, по-моему, такая же, как и у нас. Точно, такая же. Интересно, что там внутри? Даша, нет! У нас есть волшебная шкатулка? И что? Ну как?
что? Это же волшебная шкатулка. Она нас может перенести куда угодно. Будем с тобой путешествовать по разным местам. Знаешь что, Даша, давай шкатулка пока у меня побудет. Ты пока лучше пойди математику поучи. Эх, какая же ты скучная.